Миха Синс и проект «Жиру Капец» представляет. Всем привет, с вами Миха, мы на канале «Жиру Капец». Вот, и вспомнил про вас, мои подписчики на YouTube. Я просто третий день в марафоне участвую, как говорится. Все, кто в Инстаграме меня смотрит, перейдите по ссылке вверху в профиле, посмотрите на YouTube. Ну, потому что в минутные я не успеваю выкладываться, выболтаться. А вот такой ролик чуть-чуть подольше, пока иду вечернюю прогулку делаю, немножко расскажу, как проходит марафон и так далее. Поэтому по ссылочке вверху профиля переходите на мой YouTube канал «Жиру Капец», посмотрите. Расскажу вам немножко более подробно, как я худею. Ну а все, кто на YouTube, вас я попрошу остаться и сразу попрошу, ребятки, нужны мне ваши лайки, нужны мне ваши подписки. Нажмите на колокольчик, чтобы знать, когда буду новые видео. Смотрите, я опять в форме, я опять худею, как говорится. Поэтому, наверное, всем, кто хочет похудеть, будет очень интересно посмотреть, как это делаю я, человек, который уже похудел на 35 килограмм, а сейчас взялся за свои последние 8. Я не знаю, если я похудею еще на 8 килограмм, то что я потом буду вам рассказывать? Буду ходить худой, и мне, как обычно, хейтеры будут писать: а покажи фотографию, где ты был толстый, а может, ты никогда не был толстый, а это фотошоп и так далее. Ну, короче, суть не в том. Для того, чтобы мне не было скучно худеть одному, как я это всегда делал, я пошел в марафон, бесплатный марафон моей подружки, блогерши Лены Лаки. Она создала марафон для всех, кто хочет, он бесплатный. Мы вступили туда, и просто, во-первых, ты находишься постоянно в кругу своих людей, которые понимают, что такое вес больше 120 килограмм, как это тяжело сбрасывать, как это хочется кушать постоянно, как не хватает сил на тренировки и так далее. Поэтому я пошел в этот марафон, во-первых, и сам добить 8 килограмм, и, во-вторых, поддержать девчонок и подружку свою Лену Лаки, чтобы им веселее худелось. И, может, мой взгляд, вот, кстати, я сейчас прервусь на секунду, покажу, какой вот птичка на доме, видите, нарисована? Красивая, да? Красиво. Вот так надо все дома изрисовывать, не голые стены грустные, а вот так. Позитивненько должно все выглядеть. Смотрите, получается, это уже третий день идет. Я, знаете, вот взялся по-реальному, худею как могу, как говорится. Стараюсь, смотрите. Во-первых, я в день прохожу. Первые два дня прошел по, получается, по 20 тысяч шагов. Не по 10, как типа положено. Я вам рассказывал про эти 10 тысяч шагов. Это надуманная цифра. Хочешь сжигать и питаться правильно, нормально и разнообразно, можно ходить больше. Если ты только начинаешь, можешь ходить меньше. Не суть важно, главное, вставай и иди. И худею я по своей системе Миха Тинс. Вы знаете, у меня внизу там есть, кто не знает как. То бишь, я сжигаю калории, которые не доедая. Чуть-чуть у меня маленький недоедание, я 10-15% сделаю от своего суточного калоража. И сжиганием калорий тоже. Ходьба, упражнения, занятия спортом, в теннис играю, хожу и так далее. Смотрите, вот когда вот у меня вот первые два дня я усиленно ходил по 20 тысяч шагов, и можете посмотреть, вот в Инстаграме это выкладывал чуть ли не каждые 15 минут, что я ем, что я пью. И вот там видно, что я питался сытно, все девочки в марафоне, ничего себе питание, хачапури, пельмени, бля, углеводы на ужин. Они: как так можно? Ну, это можно, потому что я очень много калорий сжигал, больше 1000 в сутки сжигал. Плюс у меня, я не делаю, как многие делают, сначала голодают, а потом тупо срываются, не надо мне этого. Я лучше буду чуть-чуть не доедать, но буду сытый и много сжигать. Вот сегодня у меня 20 тысяч шагов, не получится. Но я тогда, из-за того, что не получилось, я дома усилил силовую тренировку. Я
мало того, что с резинками позанимался, я достал гантель и еще подтягал гантель, силовую сделал тренировку, это раз. А еду в это время уменьшил, чуть оно у меня плавнее, уже на вечер было чуть-чуть гречечки, больше салатов, кровяная колбаса, ну вот такое, уже без бахвальства, сразу уменьшаю. Вот и вот так вот балансировать надо. Когда у вас много тренировки, много сжигания энергии, вы смело кушаете. Когда у вас не получается вдруг сжигать, и там проблемы, дела, это, вы уменьшаете тогда свой рацион, колораж свой. И вот на таком балансе вы отлично будете существовать, потому что недоедание приводит и к срыву, это уже проверено на тысячи диет, на миллионе людей уже, ну что ж вы такие непонятные, какие 1200 килокалорий для людей, которые больше 90 килограмм, да это 2000 можно спокойно есть и худеть, ну что ж это такое, вы поймите, вы обрубаете организму вот этими своими непонятными диетами доступ к витаминам и так далее, минеральным солям, ну, всему полезному. И получается, вы сами себя загоняете в гроб. Ну, вам это, понимаете, говоришь, как до стенки. Ну, кто вам доктор, как говорится, давайте, потом у вас волосы выпадают, потом у вас ногти начинают слоиться, потом КД пропадает, и еще всякие гадости. Но вы не понимаете. Делайте 1000 килокалорий и говорите, что у меня вес стал. Конечно, стал. Организм в шоке, он отключил все ваши функции. И просто, понимаете, у вас начинается стресс, и вы обратно набираете. Это так легко и так просто. Ну, неужели это кто-то еще может не знать и не понять? Уже сколько блогеров, сколько видео, сколько, я не знаю, научных работ, доказательств. Но вам хоть кол по голове чеши, ну да ладно, ваши личные проблемы. Мое дело вам сказать, предупредить, а ваше дело принять или не принять. Вот так вот, собственно говоря, третий день чувствую себя отлично, сытый, умытый, как говорится, физическая активность бешеная. Фу, потому что я сытый, а не голодный, правильно? Есть и углеводы, есть и белки, жиры, все есть в полном составе, как говорится. Есть энергию, куда расходовать. Что я вам могу сказать? Давайте, подсоединяйтесь, смотрите, как, что, я вам буду рассказывать. Вы с Инстаграм, в Инстаграм зайдите, там много, я прям выкладываю каждый день, как прямо дневник записывать, потому что не хватает времени, я прямо на видео с телефона снимаю и закидываю, вот что ем, что пью, что принимаю, какие БАДы принимаю, никаких я БАДов не принимаю. Ну, пью омега-3, это рыбий жир просто, льняного масла купил, тоже буду добавлять, купил еще авокадо пару штук, вот сейчас они у меня лежат на дозревании, сделаю какой-то салат, еще не решил какой, все говорят, делай намазку на хлеб. Ну, думаю, не надо делать намазку на хлеб, лучше в салат, потому что не стоит хлебом увлекаться, вы сами знаете, к чему это приводит. Что, ребятки, давайте, подпишитесь, поддержите меня, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, будьте со мной, пишите комментарии, я хочу знать, что это интересно кому-то, как обычно, они не так все посмотрели и ушли. Ну, знаете, тоже как некрасиво. Спасибо за ваши уши. Жду ваши комменты. Всем пока-пока. Ищите нас на YouTube под хэштегом «Жирукопец». Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.